видео экспериментальное, потому что, возможно, будет плохо слышен мой голос. Возможно, меня заблочат за вот эту музыку. Ну, по поводу музыки скажу вам, друзья мои, что я к ней очень сильно чувствителен и очень сильно избирателен. Ну, вы про это уже знаете. Но, слушай, тут одно из двух. Если ты уже знаешь, то выключай. Но прежде чем выключить, еще раз тебя прошу, спроси меня, спроси мою прелесть, о чем хочешь, о чем угодно. Либо, может быть, если тебе просто приятен мой голос, как мне приятен голос моих любимых блогеров, то я на связи. Ну, знаешь, так я говорю все одно. Одно и то же. Это что-то упало, и это не мое. В общем, но с небольшими вариациями. Так что, в общем, так вот. И что-то новое все-таки я каждый раз говорю. Но сейчас я жду владельца заведения, с которым я буду договариваться уже лично, как говорится, про беседу. Условия благоприятны в чем? В том, что мне с первого раза сразу сказали, как его зовут. Сразу же, еще к тому же добавили, что он разбирается в вопросе, имеется в виду вот этого всего ресторанного дела и, в принципе, ну, по-видимому, человек знающий, мужчина, что также, я считаю, положительно, потому что, в общем-то, ну, интервью с дамой, интервью с мужчиной — это совершенно разные вещи. Ну, а вот теперь я бы хотел тебе сказать, в чем суть и в чем идея. Я вот сейчас обиваю пороги. Кстати, это замечательный период в жизни. Я тебе могу сказать, что мне очень нравится обивать пороги. Замечательный период, да. Я всем объясняю, что я, собственно, делаю, что у меня за канал, что у меня за интервью. Так вот, что у меня за интервью? Это не интервью на самом деле. Это беседа. И не просто беседа, а беседа без заранее заданного сценария, без заранее заданной темы. Это соприкосновение двух вселенных. Вот две планеты. Я еще это при знакомстве с моей подругой в 2009 году это сформулировал, что каждый человек — это отдельная планета. Вот две планеты сидят друг напротив друга, и они разговаривают и обсуждают. Вот и все. Разговор может пойти как угодно. Ну и основное отличительное зерно вообще всего, что я делаю, и того, что делает любой другой человек, это он сам. Вот и все. То есть вообще главная отличительная особенность этих бесед, они у меня в разделе интервью за главную страницу канала открываешь, и там на заглавной странице все это, значит, то, чем я горжусь. У меня уже их по ходу дела получается 6 штук. Так, сейчас, секунду, я скажу. Владимир Астафьев, Александр Либов, Илья Вышерук, Марина Самойленко, Анна Рашина. Нет, 5 штук. 6-й я еще не опубликовал. Впереди июль. Значит, в который весь июль будет свободен Георгий, мой друг-оператор, с которым у меня уже полноценная команда. Мы, в общем, это все пишем вместе. Я считаю, что абсолютно успешно. Хочу тебе сказать, что количество просмотров сейчас мне абсолютно не играет никакой роли. Мне нужно сейчас отснять замысел, сделать его, замысел этих бесед, чтобы это окончательно выкристаллизовалось. И уже можно будет потом как-то это куда-то, к какому-то абстрактному продюсеру и так далее. Я думаю, что я бы хотел, чтобы это стало такой рубрикой, чтобы за мной все это бы уже было проплачено, все организовано. То есть я бы только приезжал бы, снимал и все. И монтаж тоже был бы не моим делом. Потому что так монтаж-то делаю я.
сейчас, что тоже, кстати, хорошо. Ну, потому что мне нужно будет играть на скрипке, друзья мои. Это безусловно.